здесь положено. Но в определенный момент, например, Борис, я буду показывать слово, и вы должны будете это слово вплести в канву поздравления, ну, чтобы оно входило по смыслу. Если я показываю слово люстра, значит, что вы начинаете рассказывать про люстру. Холодильник, значит, что полным был ребят всегда холодильник или что-нибудь в этом роде. Я сразу даю вам два микрофона. Владимир, приедьте. Начинаю говорить красивые слова. Говорите. Какого-нибудь вот. Вот. Свет меня не слушает. Очень слушает внимательно. Это очень важно. Все, что я скажу. Значит, форсунка. Форсунка – это такая штука, которая, наверное, будет в вашей новой машине. Но вам подарили ключик, вот, чтобы она не ломалась. Ездить очень аккуратно. Это штука. Форсунка, которую вы пищу употребляете. Одну? Дерево. Главное, чтобы Илья, когда приходит с работы... Посадить дерево и родить сына. И Татьяна продолжает. Под этим дубом обязательно будет муравейник, в котором будет очень много муравьев, очень много пива, и я вам желаю того же. Ну и холодильник опять проявил, который голубый залазит, а там только вареная колбаска. Вот, и чтобы не вылететь в трубу, Светлана должна обязательно уметь очень вкусно готовить, заботиться о своем муже. Владимир. И крестная дочка, я ее буквально вот крестил в 2001 году. Да, когда было 3 года. И можно так сказать, эти сколько уже лет пролетело, 16 лет, да. Ну и их не почувствовалось вообще, и просто пролетели. И вы уже такие сидите, я буквально тебя держал на руках, да? Но ты, когда священник, поп, да, как его назвали, когда ты срывал этот крестик, там все очень сильно распсиховалось тогда. Ну, главное, чтобы ты сейчас была спокойная, постоянно, всегда сильно не сандалии, постоянно всегда поддерживали друг друга и любили друг друга. И были достойной опорой друг другу, каждому, чтобы вам друзья ваши помогали, свидетели там. Привет. Ну, как дела, все нормально, да? Вот все хочу запомнить, что в браке главное женская мудрость. Вот. Прошлого брака я тебе запомню. Терпение, да. Мне этого не хватает, конечно, терпения, но у вас все впереди. Безоблачного неба над головой и в семейной жизни, чтобы у вас все было. Будьте ко всему готовы, и все. Просто знайте, что...
мы вас любим и всегда будем готовы помочь в любой ситуации, если хотите. Все.